Всем привет! Хотелось бы узнать, есть ли адекватные какие-то мастерские мастера, которые могут посмотреть вот эту вот данную модель вот в этом вот районе. Для того, чтобы пройти, ну, просто посмотреть, что с машиной может быть, что-то нужно поменять, там колодки, такое. Ну и, соответственно, пройти ТО для того, чтобы получить диагностическую карту. Вот, если есть такие ребята, то пишите в комментариях, где, куда можно подъехать для того, чтобы пройти данную процедуру. Конкретно интересует замена тормозных колодок адекватно, чтобы не полетел АБС, потому что датчики за 14 лет, скорее всего, там прикипели уже. Вот, интересует по кузову, допустим, какие-то кузовные детали там поменять. Вот, ну, вернее, даже не по кузову, по салону, скорее всего. Вот, потому что есть определенные проблемы с тем, чтобы найти, допустим, накладку на педаль тормоза, ручку регулировки спинки подобрать такую же, как у меня. Не хотелось бы покупать две. Вот, есть также небольшая проблема, начал ворситься ремень безопасности у водителя, и его тоже желательно заменить, ну, по адекватной цене, соответственно. В общем, в ближайшее время, осенью, это нужно делать для того, чтобы пройти нормально, получить диагностическую карту. В общем, если есть такие умельцы, то пишите в комментарии, подъедем, посмотрим. Вот, ошибок на машине пока нет. Единственное, что смущает, это датчик температуры на улице, который либо вообще ничего не показывает, либо показывает неадекватную температуру. Там в плюс 30 он показывал в районе 40 градусов минуса. Вот, поэтому, я не знаю, может быть, его заменить, в принципе. А так, в принципе, все. В общем, вот такая вот проблема. Также нужно будет менять масла, нужно будет менять фильтра, нужно будет менять покрышки на зиму. Вот и все. В основном движемся дальше. Пока фьюжик только радует. Посмотрим по ценам, по ремонту, что будет дальше. Ну, как бы, пока только положительные впечатления о данной машине.